На самом деле это очень простой вопрос. Веришь ли ты, что однажды будешь жить не в том мире, который тебя всегда окружал, а в том, о котором ты постоянно грезишь и мечтаешь? Ты сам-то веришь в это? Самый большой враг, с которым тебе необходимо справиться, это ты сам. Если внутри врага нет, то ни один враг снаружи тебе не страшен. Большинство людей живет в зоне комфорта. Они перестают расти, перестают хотеть чего-либо, они становятся удовлетворенными. Они готовы ходить на работу, которую не любят, работу, от которой их тошнит. Видишь ли, когда ты не преследуешь какую-либо цель, ты фактически совершаешь духовное самоубийство. А вот когда цель есть, и ты к ней еще и стремишься, вот тогда стены твоей зоны комфорта начинают трещать по швам. Появляются новые возможности, открываются таланты, о которых ты даже не знал. Ты никогда не станешь успешным, пока не превратишь свою боль в величие. Пока ты не объединишься со своей болью, чтобы она помогла тебе. Помогла пройти оттуда, где ты есть, туда, где ты хочешь быть. Перестань избегать ее. Прими ее. Твоя боль будет лишь частью прошлого, частью того, что ты сделаешь. Я бросаю тебе вызов. Заставь себя сделать это. Ты не обязан быть идеальным. Ты слышишь меня? Каждый из нас должен был записать диск со своими песнями, написать книгу, научиться танцевать, получить образование, начать свой собственный бизнес. Есть столько вещей, которые нам следовало бы сделать. Но мы этого не сделали из-за страха. Ты скажешь: «Я не испугался, я ничего не боюсь». Да, ты боишься. Ты боишься провала, боишься сделать ошибку, боишься того, что ты не идеален. И сегодня я скажу тебе, ты не должен быть идеальным. Ты слышишь меня? Не должен быть идеальным, чтобы достичь желаемого, чтобы делать то, что хочешь, иметь то, что хочешь, быть тем, кем хочешь быть. Ты не должен быть идеальным для этого. Главное — ввязаться и сражаться до последнего.